В некогда популярной группе присутствует все, кроме Виктории Бекхэм. Она не захотела продолжать музыкальную карьеру. Британская поп-группа Spice Girls показала первый снимок, сделанный после воссоединения. Коллектив собрал всех солисток, за исключением Виктории Бекхэм. Об этом пишет The Sun по информации издания. Коллектив также снял видео. Однако презентовано оно будет перед началом масштабного тура по британским городам. Известно, что и ранее Бекхэм заявляла о том, что не намерена продолжать музыкальную карьеру, а желает целиком сосредоточиться на дизайнерской деятельности. В то же время она должна будет получать гонорары за использование старых снимков группы с ее участием.